Я ехал на море, получается, 35 часов. И вот 35 часов лежишь, сидишь. Почти не выходили, потому что внучка не любит выходить. Плачет, говорит, ба, давай не будем выходить, ба. Короче, мы сидели, то кондиционер включен, то жарко, когда он выключен. И, короче, шея прям каменная. Приехали, вот я 2 дня отплавала. Сегодня уже 3-й день, суббота, воскресенье, понедельник. Сегодня 4-й день уже пошел. И шея моя расслабилась. Вот сижу на берегу, намазалась содой. Время 7 утра. Такая красота. То есть море рекомендую всем. Что вы сидите в Москве или в деревне, тратите на себя там 15, 20, 30 тысяч, что вы накопите эти деньги и приедете. Я приезжаю дикарем не потому, что у меня нет денег, а потому что мне нравится жить в палатке на берегу моря. Море рядом, тогда моря очень много. Если ты живешь в отеле, на съемной квартире, снимаешь комнату или что-то еще, то тебе пока дойдешь до моря, ты офигеешь. Вот вчера я плавала в море, плавали 2 девушки, разговаривают между собой. И одна говорит, я сняла номер в гостинице, 3 800, живу одна, завтрак. 3 800. Получается 10 дней, 38 тысяч. Еще надо идти до берега, это очень далеко ехать на автобусе и туда-обратно. Плюс еда, получается, на эти деньги я с удовольствием наслаждаюсь морем. Мы ходим то же самое в город, здесь идти 20 минут, ну пусть будет 25, идти 25 минут от берега до пляжа, потом начинается город. Там, пожалуйста, магазины, кафе, хочешь на рынок, иди пешком 40 минут или езжай на автобусе. То есть город рядом, здесь вот. Сосновый лес, внутри мы стоим в ущелье, такая плотная тень, вода рядом, если даже воды нет, воду можно купить без проблем. Купил печечки, но я фильтр привезла и фильтрую воду с родника. Вчера фильтр помыла, вода, фильтр уже внутри, мембрана была черная. Я брала фирменный Реватон, какой-то снежинка, что ли называется, такой фильтр для воды. Вот так вот отдыхается мне. На море. Море теплое в любое время, оно уже нагрелось. Поэтому купаюсь, наслаждаюсь, отдыхаю.